все-таки немного отдохнуть от всей той суеты, всей той жизни, в которой мы постоянно находимся, крутимся. Когда сюда ехала, думала, что будет пасмурно, что будет плохая погода, но нет, мы приехали, здесь светит солнце, тепло, жара. Вот я в восторге, в диком. Я была в Китае на практике. Тоже мы там изучали каллиграфию, и один день мы ездили на море, на Желтое море, а на Черном море первый раз. Оно очень красивое, завораживает даль и красота. Очень понравилось. Спасибо.